наши достижения дались нам гораздо труднее, чем мы могли себе представить. При захвате аэродрома и минометных окопов стало ясно, что враг будет биться до последнего. Противник занял позицию в джунглях и пещерах, окружающих вершину, где установлены тяжелые орудия. Захватим их и пилели у нас. Миллиметровый миномет со своей позиции еще держит плацдарм под прицелом. Мы уже видели, что бывает, когда он бьет по берегу. Любая попытка перебросить подкрепление окончится тем же самым. Гребаная кровавая баня! Да, так вот. Майор Гордон запретил высаживаться до тех пор, пока с артиллерией не будет покончено. А теперь слушайте. У Тодзё тут целая сеть туннелей и пещер, идущих сквозь всю эту проклятую скалу. Мы попытаемся выкурить их оттуда собаками. Но мы ведь все знаем, до чего упорны эти ублюдки. Готовьтесь Ложи! К рукопашному. Прикрывайте друг другу спину. Не попадайтесь. Не помните, пехота! Лезьте упавшее дерево! Они подтягивают артиллерию с северо-востока. Нам надо выдвинуться и перебить. Вот это попадает! Граната! Машин! Когда наши танки смогут пройти!
неплохо, морпехи! Двигайтесь вдоль оврага. Следите за деревьями! Держись. Вызывай штаб! Черт побери! И скольких морпехов мы потеряли в боях за эту скалу? Уже слишком многих. Сообщи майору Гибсону, артиллерия на позиции полностью уничтожена. Да, сэр.